На повороте в Нижнекамск дорогу никто не ремонтирует, но вот битум течет рекой. Он вылился из огромного грузовика с цистерной. Когда машина поворачивала, случился казус. Из цистерны столбом выплеснулся битум, он обрызгал асфальт и проезжающие рядом машины. Большинство из них отправились вслед за своим обидчиком, но один автолюбитель припарковался и вызвал наряд ДПС. Машина Кирилла вся залита битумом. Это черное вязкое вещество используется при производстве асфальта. И оттереть его от автомобиля будет непросто. Двенашка впереди стояла, ее чуть-чуть облила, она плюнула, уже уехала. А кто сильно пострадал, тоже как я, они за ним поехали, не знаю, догнали, не догнали. Просто мне задом возвращаться было неудобно. Кто еще там стоял, они прям за ним рванули. Скрылась в сторону ТЭЦ. Очень хочу его найти. Сейчас и автомобиль, и водитель находятся в розыске. Также не установлено количество пострадавших автовладельцев. Подано лишь одно заявление от нашего героя. Анастасия Попова, Максим Липин, новости НТР.